Что ж, продолжаем, ребят, нам выходим из этого убежища. Извиняюсь, случайно завершил запись. Правда, чисто случайно. Не планировал так рано, но... Просто не планировал. Кому нужно целиться, кому и так попадаем. Что-то броню меня портят. И на выход, ребята. Выход дальше. Да, выйти. Да хватит меня туда перекидывать. Нет, я не за тем сталкером, я явно не пойду слишком уж далеко. Слишком уж. Так, куда же нам пойти? Какие у нас есть задания? Мне кажется, сейчас самый лучший вариант пойти найти вход в бункер управления. Мне кажется, самый лучший вариант будет вот это. Где находится? Так, уничтожение лагеря. Нет, спасибо. Убить сталкера. Где наша основная защита лагеря? Добраться до гостиницы, найти комнату с тайником, обследовать тайник. Да, это, этим мы займемся, когда уже придем в Припять. Мы еще не в Припяти. Убить стрелка, найти стрелка, убить стрелка. Добраться до антенн. И на этим мы и займемся. Такое вот веселенькое занятие. Сталкер! Внимание! Попали, пристрелю! Попади вначале. Просто в кустах его не видно, поэтому я решил бегством. Поговорим, только сперва пушку. Ладно. Брал. А, я с тобой торговал, кстати. Когда-то очень давно. Еще до революции. Перейти, да, давай, переходи. Скучно. Вот путешествие на скучно. Fast travel. Слава богу, в Скайриме он есть. Хотя в Скайриме я, кстати говоря, в. Ливер были! О, привет, Ливер. Что же за твое? А это кабан, боже. Я-то думал, это какая-то новая разновидность. Не знаю, большой собаки. Ваф, гав-гав. Урурур. В итоге это нормальное существо. Серьезно. Тебе нечем увиснуть. 2007 года. И ты играешься с графоном на максимуме. Чистое небо, я, кстати, не знаю, как мы будем проходить, так же, как из Зов Припяти. Не знаю, мы будем обязательно, но вот именно.
Сказать я не могу пока что. Я не хочу как бы сосредотачиваться исключительно на сталкере, так как есть многие другие интересные игры, которые я хотел пройти. И сталкер, к сожалению, на последних страницах, я бы сказал, моего списка. Не потому что я не люблю сталкера, а потому что для меня это не самая интересная игра. Я считаю, что есть игры интереснее, чем сталкер. Вечно ты перескакиваешь. Вернуться. Не нужно мне за какой награды возвращаться. Идем на выжигатель, ребята, потому что... Потом, я не знаю, вступим в свободу или в долг. После отключения выжигателя можно вступать, в принципе. Хотя пойдем к нашему дорогому другу. Иди из долга. Своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Я, может, и не хочу вливаться ни в чьи ряды. Наша общая цель и задача. Лады. Я хочу просто попытаться... Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Вот, я все принес. С плотей я берусь. Просто хочу с вами подружиться, ребята. Просто хочу стать друзьями. Вы понимаете, я хочу... быть друзьями. Здравствуй, все брат. Такое. Говори, зачем пришел. Чего мне... стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Мне еда нужна. Здравствуй, брат. Говори, свинину жаришь, давай, поделись. Чего стоишь? Бинты. Выкладывай, зачем пришел. Все вы какие-то бинтованные. Водка. Здравствуй, брат. Что, только пить и есть умеете? Вернее, пить и бинтовать себя? А есть? Хоть иногда... А, вот тут человек ест хоть иногда. Честно, извини, я что, у него колбасу не купил? Я же купил. А ты возьми мой, я не знаю, что ты не хочешь брать мой снаряд? Мне-то нафига этот снаряд? Мне он не нужен. Выносливость плюс 73. Вот это сила. Сталкер, защити мир от зоны. Эти силы желания. Сила с желания бежать. Давайте в бар еще заглянем, и тогда уже можно будет отправляться. Собирательством, да. Вот такой лэптоп. Идет, значит, молодой сталкер. Мне понравился, знаете, ассортимент в магазинах в России. Вот я приехал, вообще ассортимент зашибись. В Испании нифига подобного. Очень, кстати, бедный испанский ассортимент в магазинах. В России очень богатый. И, кстати, я заметил очень много итальянских и французских продуктов. Проходи, не задерживайся. И нет, в принципе, я рад, но я не понимаю именно почему. Что вдруг так резко появилось их так много? Ну, не знаю, может, и раньше было много, тоже немало, но... Как-то я не замечал, ладно. Тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, нет, никакой интересной информации пока нет. Вот, принес два предмета. Три задания выпало, кристальные колючки. Нет, ни о чем говорить я пока не хочу. Вот, я хочу это подать. Не нужно. Играю, мне тоже не нужен, уже ночная звезда. Я желаю ничего хорошего. Так ведь нет. Защитить мир от заразы
Ну, уже мог бы, в принципе, купить, если вот этот вот продать костюм. Я даже не знаю, стоит ли 9 килограмм, 12 килограмм. Зато какая защита была. Здорово, вечер. Тебе сюда нельзя. Ну ладно, перебьемся пока что. И мы все ближе и ближе к самой цели нашего его великого путешествия. Прыг. Главное в Припяти найти. Спамят ВКонтакте и спамят. Куча спама. Да все, у меня вещь, вот видишь, он перекидывает куда-то в китливые локации. Стеклись, пташки. Мы попробуем к свободцам пойти, потому что я хочу с лидером свободы поболтать. Я знаю, по-моему, должно быть какое-то вот задание, одно из которых вот здесь есть, ведущий к лидеру свободы, но, по-моему, и так можно поговорить. И взять у него пару заданий. По-моему, если подружиться, можно влиться в свободу. Когда ты уже, так сказать, вливаешься в свободу, будет задание уничтожить долг. И, ну, и наоборот, вливаешься в долг, задание уничтожить свободу. Бум. Я, наверное, перепутал с другой частью, потому что я думал, что они на диких территориях. Это, по-моему, в чистом небе они на диких территориях. Или в Зове Припяти они на диких территориях. Я, в принципе, помню, вот-вот в этом здании перед нами находится. Вот товарищи здесь находятся. Крайне важная информация. И на тебя долго. Опа, похоже, долг опять пробует отыграться. Так, проходи на территорию, только убери стол. Не вздумай тут у нас пальбу устраивать. Да вперед ногами вынесу. Ну, естественно, я не буду этого делать. Отвянь! Так, только членом свободы. Вот я стану членом свободы. Такой склад вооружения получу. Здравствуйте. Лукаш, привет, сталкер. Что нужно? Я видел отряд долго. На хуторе неподалеку от вашей базы. Человек 8. Хорошо вооружены. Блин, никак те козлы не угомонятся. Ладно, придется их наказать. Ну, сталкер, если поможешь нам, будем благодарны. Иди к Максу. Он у нас главный вояка. Соберете народ и выкорчуете этих солдат. Хорошо. Работа, сталкер нейтрала. Кабанью. Ладно, принесу я тебе кабанью ногу. Так, мы еще ничего. Я на всякий случай нажал, вдруг что-то вот уже выполнилось. Продадим немножко. Я прям барыга какой-то. Тут купил, там продал. Ну все. Вот там Макс, сейчас разберемся с проблемами на хуторе. Подходи, пообщаемся! Подходи, пообщаемся! Лукаш сообщал, что ты подойдешь. Видал этих на хуторе? Да. И много их там точно не скажу, не думаю, что очень много. Хорошо, хреново. Опять долго не, в жопе судит. Ну да ладно, пошли с нами, а? Хорошо. А то все водка, водка. Покрошим супостата! Не боись! Че бояться? Простое дело. Эх, давно не брал я саблю в руки. Саблю? Это похоже на саблю? Ну ладно. Может, ты дал своему автомату имя? Так, Толик, берешь Лысого и Косого. Оба, зайдете справа. Мясо. Колян, шучу. Ты с ребятами постараешься зайти им в зад. Симпатичных вот будем. Вот как зад, так сразу Колян. Веселые парни, да? Thank you.
Ну, если ничего, что я чуть-чуть раньше времени достал ствол. Ладно, ребятки, я вас жду. Не, одному же мне отдуваться. С парнями, с экзоскелетами. Да ладно, что вы постреляете? А то совсем пальцы отсохнут. Бегать? Ты не бегаешь, ты просто ходишь. Вот я могу показать тебе, как надо бегать. Что прям как бабушки какие-то. Ну, вроде бы расселись. Давайте, народ. Двигайте. Пусть они стреляют друг по другу. Я открывать огонь пока... Мне не обязательно, в принципе. Видите, мы не враги. Я пошел, прикрывай! Это неразумно было этого парня взад пускать. Так нет, мне твой пистолет вообще не нужен. Есть, попал! Кстати говоря, полезный. Это самый лучший автомат. Ну, один из. Гром. Уже Гром? Да, Гром С-14. Одна из лучших пушек. Вот это был плохой вариант. Плохо, что вы с этой стороны пошли в обход. Макс что, тоже скопытился? Да, все скопытились. Нет, ребят, так не должно быть. Это несправедливо. Поэтому нам сейчас придется с вами... взять в руки винтовку и открыть огонь. Видимо, все-таки долг сильнее свободы. Ну, у них позиция была лучше. Придется мне взять старую добрую винтовку. Ну что, гранаты кончились? Что-то не активируется, да? Лови болт. Никакой экзоскелет не спасает. Черт возьми, тебя любили. Не надо было так близко подходить. Давай последнее. Возьми. И снова. А, давайте отойдем подальше, что-то я слишком смело здесь. Почему граната? Вот не нравится мне, как надо, не можешь взять в руки гранату. Одна граната бы убила четверых, а то и пятерых.
в данной-то ситуации. Пополняем боезапас. Ну как, Макс там не умер? Нет. Жив-здоров. Все. Вообще с громом можно ходить. Нет, у вас, смотрите, перевеса вообще нет. Нормально. Два оружия с собой носить как раз. Из самых мощных. О, наши пришли. Что, что вы так мучаетесь? Все, все, зачистили. Жить Максу. Пока он закончит лазение на карачках, я ему доложу. Слабаки. Да, им надо до центра лагеря дойти, как я понимаю. Ну, Макс, ты скоро успокоишь, все твои уже успокоились. Все, ну все уже, ну давай. О боже мой. Да нет здесь больше никого. Ну убили, я уже всех убил. Этого его парня тут замочили. Я вот пока ворую, надеюсь, ты не против. Боже мой, да нормально уже все, давай вставай. Хватит мучиться. О боже, вот за это я не люблю сталкера, за вот эту забагованность местами. А как это еще называть? Это баг. Чтоб всех перебил, доложить Максу. Я не могу ему доложить. Вернуться за наградой. Ну я как бы ему должен доложить. Вот, наконец. Ну, наконец-то или нет? Последнее сохранение попробуем загрузить. Эх, этот сволочь так и будет тут. Слабаки. Ходить взад вперед. Ладно, давайте пока не Максу доложим, а на базу долго что ли пойдем. Не знаю, может он там очухается. Thank you.
Объясняй повод задания. Нет, мне ему сказать нечего. Бежим обратно к Максу. Давай, Макс. Макс протрезвел, боже мой. Завалим долгуцев тогда и поговорим. Хорошо, но мы их завали. Мы их завалили. Подходи, пообщаемся. Мы их, твою мать, завалили. Это тут что ли есть долговцы? Нету. В общем, как всегда, баги, баги, баги. Нет, слабо, хоть основные задания работают. Куда же он идет? Стену, видимо, решил проломить. Подходи, черепом. Пообщаюсь. В общем, мне надоело колдовать, тут пытаться заставить миссию идти нормально, поэтому я решил продолжить с основным заданием, потому что без шансов. Просто не получается у меня закончить, перебить всех. Нет, вернее, я убиваю всех, и мне все равно говорят, что типа нет, вы не выполнили задание, хотя я его выполнил. В общем, плевать, идем на основное. Может быть, потом, после основного, что-то изменится, что-то наладится. Хотя жалко, если я не смогу вступить в группировку. Ну, ладно. Переживу как-нибудь. Но жалко. Сталкер, ты подходишь к барьеру. Не вздумай баловать. Но мы рады принять любую помощь. Рада? Ну, я за вас тоже рад. С кем же мне поговорить? Приветики. Вовремя ты. Мы как раз от придурков монолитовских отбиваем. Сейчас очередная волна пойдет. У нас, прикинь, последнего снайпера сняли. Можешь помочь? А после боя сочтемся. Не пожалеешь, как 2×2. Что это за место? Последний нормальный блокпост? Ладно. Свободу! Свободу не остановить! Свободу всем! Блин! Свободу всем, мы кого-то задели. Свободу не остановить! Вечность! Вперед! Зачем? Что-то мне тебя в кустах не видно. Уйди из кустов, дерьмище. Отступим. Свободу всем даром! Эх, гробов, чтоб тебя сюда! Вот этим я точно задел. Бит. Помогите! Кому помочь? Выручайте, народ! Давай, держи аптечку. Нам нужно взять что-то другое, типа грома. Да. Сейчас возьми.
прицел бы я сюда идёт. Что граната? Завишен мне. Сначала добьем оставшихся, потом будем говорить. Лута тут лежит. Ну, ладно, зато будет чем поживиться. Командир, здравствуйте. Так, спасибо за помощь. Вот тут деньжат немного, с ним повеселей. С деньжатым всегда... 2500? Ну, ладно. В принципе, не так уж и сложно было. Потеряли хорошего парня. Возьму его энергетик. За самое время обобрать своих товарищей. Это не очень культурно, но черт возьми, это игра. А это враги, их можно. Да, лучше взять вот эту штуку. Еще автоматом ее перезарядил. Вот какой молодец. Провально задание. О боже мой, как мне грустно. Уснул. Не спать на рабочем месте. Еще гранаты, они нам пригодятся. Потом, если что, мы их выкинем. Еще аптечки. Еще бинты. Патроны нам нужны. Их слишком мало. Бинты нам позарез. Что нам не нужно. Слишком мне аптечек хватит, в принципе. Потратим армейский, потратим. Так-то. Да.